Но не тот победил, кто одолел и приобрел, а тот, кто выстоял во Христе и не предал его. Как и 100 лет назад, так и в новом тысячелетии у нас есть только один путь – освободить нашу Родину от коррупции и преступности. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Гитлер капут!